и чемоданы. Сегодня я вам покажу, как у меня получилось сделать бит полностью из звуков Майнкрафта. Ну, почти полностью. Без лишних предусловий и, собственно, начинаем. Как вам такие переходики? Из-за того, что я офигенно разбираюсь в 3D-проектировании, моделировании, получилось, ну... офигенно! Угадайте, какая главная мелодия в этом бите? Правильно! Мелодия из Майнкрафта. Аплодисментики. Также есть несколько дополнительных мелодий, которые украшают главную. Снова аплодисменты, на сей раз выпрошенные. Бит состоит из кика, снейра и... как это назвать? Ну, вроде бы хэт. Кик сделан сразу из нескольких звуков, в том числе и звук, который не является звуком из Майнкрафта, про это я и говорил в начале. Снейр тоже состоит из нескольких звуков. А хэт, ну, вот хэт. Я взял сэмпл баса откуда-то, уже не помню откуда. Хорошо обратить внимание на обработки. Вот эта вот фигнюшка очень даже хорошо влияет на звук баса. В принципе, все, осталось только наблюдать результат.